Ой, шиперы опять радуются. Идет, ребята. Да, Гер. Привет, Герри, сегодня новый день, значит, новый влог. В какой-то момент я все-таки думаю, что, ну, я как бы промажу и попаду реально типа по носу, знаешь? Привет, Гарри, сегодня новый день, значит, новый влог. И значит, что вам надо подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы получать оповещения о моих видео, потому что если не будет ставить колокольчик, то вы не сможете смотреть меня. Я сегодня хотел разбудить Бинет, но на самом деле она уже не спала. Да? Мне не получилось разбудить, ну хотя бы чуть-чуть пугал. Ну, типа, я услышала, что кто-то сошел. Бетти там был. Да, я такая увидела Бетти, потом смотрю, там ты. Это тот момент, когда Маша уехала из дома, а Бинет еще не проснулась. Гаррис, мы идем будить Бинет, если она еще не встала. Без этого, без шорт. Без трусов? Без трусов была? Да нет. О, давайте посмотрим еще раз этот момент. Нет! Она была без шорт все-таки, да? Она была без шорт. Классный момент. Как круто, что у меня такие большие колонки. Я вам без шорта. Устроить вечеринку, пока вас нет. Мариса, привет! Бетти, спасибо! Гаррисон, мы с Бетти говорим спасибо всем тем, кто голосует за меня. Спасибо большое. Come on. Нажимайте подписаться на канал и обязательно ставьте колокольчик. А вы любите танцевать под музыку, когда у вас нет никого дома? Скажите, пожалуйста, мне, напишите, любите ли вы танцевать каждый день дома, потому что Гарри каждый день! У меня также есть еще одна идея. Мне кажется, что в этой студии уже все как-то, знаете, все ничего не менялось давно. Надо сделать перестановку обязательно, потому что... Надо делать перестановки, делайте всегда перестановки, потому что ваша жизнь будет более разнообразной. Это очень стимулирует работу, это очень позволяет взглянуть на вещи, на те же самые вещи по-новому. Поэтому это очень хорошо. Бетти, ты куда поскакала? Бетик! Иди ко мне! Ко мне! Ко мне! Бинет, здорово! Здорово! Что такое? Что, сломала? Не знаю слов. Уже накрашенная, смотри. Красава. Сейчас? Да. Мы думали стол сюда переставить. Отдаст ли это что-то? Можно и забить. Если ты устал, можно и забить. И сделай. Я думала, типа, стол вот так вот может в угол, вот этот, а диван вот сюда. Ну а гитару покакал голубь. Что это? Это, кажется, голубь покакал. Бинетка устала, она идет... Есть! Есть! Здорово, Марк, а чё ты сразу Бинет обнимаешь? А кого мне тут еще обнимать в кабинете? Чё скажешь, отстойно так? Так? Полная фуфу. Ну, вообще мне нравится. Не, реально, мне на самом деле напрягало, что студия уже такая однообразная, что типа то диван, то... А мне так нравится больше. Что с голосом? Ну, мы сегодня не занимаемся вокалом, поэтому... Впрочем, как и вчера, как и позавчера. Как и завтра. У меня что с голосом сегодня? Ну, мы сегодня, конечно, не занимаемся вокалом. Давай что-то делать эпичное уже. Хорошо, твои волосы с этой свечкой. Давай. Давайте я, ребят, ну что вот это вот вы играете? Давай. Или... Нет! Что сейчас? Стрижка-вспышка, знаешь, такое? Вы...
Нормально? Да, чуть-чуть подгорело. Давай твои, тебя тут. А, мой! А, вот самый лучший! Ладно, давай самый не лучший волос. Давай, давай, вот тут с этой стороны не очень. Ну ладно, они короткие. Ладно. Нет, вот так вот. Да ладно, давай уж пожестче. Как воняет противно. Самое главное, никогда не повторяйте это дома, потому что это вредно для здоровья. Вредно повторять дома такое. Кстати, кто хочет попасть в дом XOLIFE? Я. Гарри, что благодаря вам я стал номинантом в престижной премии Kids Choice Awards от Nickelodeon. Пока я снимаю и выкладываю влоги каждый день для вас, вы каждый день можете голосовать за меня. Это очень просто. Я безумно счастлив быть номинантом, и моя победа зависит только от вас, Гарри. Мы должны сплотиться как никогда раньше. Делайте скрины, как вы голосуете. Отмечайте меня в Инстаграме на видосы, как вы голосуете. Тогда самый активный из вас получит видео привет от меня в Инстаграме. А самые-самые активные смогут приехать в дом XOLIFE к нам, познакомиться со всеми участниками XOLIFE и провести со мной время и снять со мной влог. Так что удачи. Голосовать можно каждый день, каждый час, каждую минуту с любых устройств. Бесконечное количество раз. Спасибо большое всем Гаррисам, кто за меня голосует. Я точно знаю, что этот мир наш, и каждый из вас способен на большее. Голосуйте за меня и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, Гаррис, я вас очень люблю. Еще раз большое спасибо, что голосуете за меня, потому что мне это очень приятно, мне это очень важно. Это поэтому я говорю это в каждом влоге. Эй, мир, как ты? Банально. Банально закрыто. Заезжено. Хорошо. Ты оттолкнул тебя или что? Ты ждешь, пока я тебя толкну или что? Ты будешь, что ты меня толкнешь. Не, не толкну. Я отошел, ладно. Зачем толкать, если можно закрыть? Пойдем, Марк. Все, пойдем. Ну, чуть-чуть поделаем, погуляем, может быть. Что-то орет там. Может, водой? Давай я открою. Спасибо, Бенат. Бенат такая заботливая. Как ты думаешь, кажется, Бенат, что в глаз попадет или нет? Не думаю. Давай проверим. Они иногда грустные, иногда веселые. Сегодня средние. Средние. Мы веселые! Мы веселые! Сейчас мы едем в Юлу. Офис нашей партнерской программы, чтобы делишать всякие делишки. Есть делишки! Yeah! Блин, аккумулятор я взял второй? А он нам нужен. Yeah. Забыл взять аккумулятор. Можете что-нибудь сказать моим зрителям, пока меня нет? Ребята, Герман просто Герман... забывашка. Рассказывайте все про него. Гера не чистит зубы, Гера не меняет одежду. Он вообще... Не ходит в туалет. Да, не писает никак. Какое-то странно. Да, я тоже заметила. Я начала это замечать. Вообще очень подозрительно в последнее время. Строит кажется, из себя веселого человека. А на самом деле бьет просто. На самом деле он нас успевает. Меня. Получается, он в депрессии просто сидит. Да. Я сама боюсь его. Боишься, да? Я вообще сплю с ножом. Я вообще не сплю. Ты не спишь? Ни днями, ни ночами. Днем там где-то кимор. Кимор. В машине по кимор. Хотя нет, он же нас заставляет влог его снимать. Да, блин. Где даже такое спать невозможно. Блин, идет, он идет, ребята, идет. Все, помолчим. Да, Герман, привет. Все хорошо, да? Все хорошо, да? Вы ничего плохого не сказали, да? Бетик там с ума сошел, как будто меня и целый день не было, она там меня приветствовала. Да, описывала. Привет! Здорово! У нас не аудио пока. У нас не аудио. Ну надо авторитетом, Герман, выйди, разберись. Слушай, я что-то боюсь пока. За них боюсь, если я выйду.
А чё, куда мы? А чё за пакет поговорить? Это новый парень XLife. Чё новый? Новый участник XLife, футболист. Анфис, как дела? Нормально. Нас не пускают в офис партнерской программы, потому что нет мест. Просто реально места нет. Они тебе даже с радостью. Ребята, первый раз приехали нет, в офис. Нет, я не первый раз, я была здесь. Сегодня день встреч. Встреча с Лайком. Встреча с Анфисой. Наконец-то. Да, наконец-то. Мы встретились. Только вчера виделись. Че, приехали уже, идите. Я не делала туда целый день. Да? Мы приехали снимать зеленый фон. Лена. Да. Хочется тебя побить? Побей. Ты рада, когда тебя бьют? Нет. Ой, шиперы опять радуются. У них романтические уши. А еще он мне чай заказал. Потому что я стесняюсь говорить с таким этим. Эй, йо, Гэрисон, ну что, сегодня уже вечер. Я, кстати, купил себе вот такой вот увлажнитель. Надеюсь, мой нос будет жить лучше, потому что он, как вы знаете, болеет у меня. Опять Маша снимает того, кого больше любит. Бетти! Нравится, что этот увлажнитель похож на какой-то космический корабль. И на технику Apple он еще похож. Он такой весь беленький, красивенький. И им управлять вот так вот. Мощность включись. Ну что, Гарри, спасибо большое, что вообще вы есть, потому что вы моя семья, а я ваша семья. Совсем скоро мы запустим мой мерч. Это будет очень крутая коллекция, она будет небольшая, но очень крутая, ограниченный тираж. Скоро будет, он уже готовится. Оператор уже засыпает. А завтра по секрету скажу, завтра вас ждет нечто нереальное. Завтра вас ждет ночь кое-где. А где? Напишите в комментариях. Как вы думаете, где пройдет моя завтрашняя ночь? Обязательно смотрите мое видео и нажимайте на колокольчик. Ну ладно, Гаррис, и всем пока!